Оживление нарастает, в то время как в городах по всему миру готовятся отметить 20-ю годовщину Дня Объединения. Тысячи людей уже выстроились на месте Великого Примирения, чтобы отметить образование коалиции Адвент. Выполняя обещание, данное человечеству, Адвент откроет 12 новых клиник генной терапии в различных городах не позднее конца года. Несмотря на попытку нападения со стороны экстремистских элементов, операции на новом объекте в Париже будут проходить без изменений. В ответ на беспрецедентное вторжение, накануне самого горячолюбимого нами праздника, спикер обращается. Кучка диссидентов вновь повторяет ошибки Старого Света. Нанося свой удар в тот момент, когда мы чествуем великодушного Спасителя, который снова и снова предлагает нам свою дружбу и сострадание. Этими тривиальными действиями никогда не нарушить связь между человечеством и старейшинами. Миротворческие силы уже произвели несколько предупредительных арестов известных коллаборационистов. Адвент уверяет всех граждан, что сегодняшние торжества будут продолжаться как запланировано. Отлично. Адвент напоминает вам о необходимости сообщать обо всех предупредительных действиях к ближайшему миротворцу. Помните, вместе мы можем построить лучшее будущее. Приближаюсь к позиции. Вы были правы, у них сегодня дел по горло. Не расслабляться. Незваный гость. Готовность. 60 секунд. Сигнал получен, громкий и четкий. Незваный гость, ваш выход.